Новости спорта. В четверг прошли очередные матчи регулярного чемпионата Беларуси экстралиги. В этот день хоккейный клуб «Лида» на домашней площадке принимал «Динамо» Молодечно и уступил со счетом 4-5. Личане чуть не спаслись в самой концовке встречи, забросив две шайбы в большинстве. Однако на пятый гол рыцарям не хватило времени. За пять матчей до завершения регулярки «Лида», которая замыкает турнирную таблицу, отстает от 10 места на 10 баллов. При равенстве очков с «Брестом» рыцари будут ниже за счет результатов личных встреч.